продолжаем работу на выставке «Лежери Шоу Форум». 24 февраля, последний день выставки, 9-й. Люди есть, сейчас на показе много народу, здесь поменьше. И вот мы сегодня вам представим очередную марку, так и называется, «Марк Андре». И Андре, Париж, Франция. Сейчас подойдем к девчатам, они нам расскажут, что они показывают на этой выставке. Еще раз добрый день, представьтесь. Меня зовут Ангелина, компания «Марк Андре». Очень приятно. Давайте, какие категории, какой сезон? От начала, давайте, от чего пойдем, от чего оттолкнемся? Ведите меня и наших зрителей, ведите. Да. Сегодня, все эти три дня мы работаем с коллекциями, с коллекцией белья и купальников, коллекция СС-17, весна-лето 2017 года. Соответственно, мы представили здесь все категории. Это молодежная основная женская линия купальников и линия купальников на Леди Плюс. Можно, да? Да, давайте, пример? Показывайте. И говорите о уровне цен сразу. Потом это разлето, это 17-го года. Предзаказы-то уже были. А это что, можно дозаказать, да? Свободный это склад? Можно, да, мы предлагаем эту коллекцию приобрести с нашего склада, который уже есть, который товар уже есть в Москве. Вот, этот купальник, в частности, да, я показывала, он относится к категории плюс для роскошных форм на большие размеры. Вот такого виде платьишко. Запах это такой. Получается, как удлиненные танки, нет? Угу. Высокие трусики с коррекцией, бретели регулируются, тоненький поролочек. Комфортно, удобно. И что стоит? Да, и стоит это, ну, средняя цена 3500 рублей. Это самый дорогой? Или есть? Вы знаете, эта новая коллекция, естественно, идет всегда выше по цене, но у нас также присутствует огромный ассортимент и белья, и купальников, на которые мы сделали скидку. И есть партнеры, которые работают с нами только по новой коллекции. По новым коллекциям, по предзаказам, есть партнеры, которые работают с нами в другом ценовом сегменте, потому что мы его также захватываем. По коллекциям прошлых сезонов, соответственно, дешевле, в том числе в 2-3 раза может стоить и бюстгальтер, и купальник. Ну, для Франции это существенно. Это да. Мы стараемся такая максимально широко охватить целевую аудиторию и заработать, чтобы под каждого клиента можно было... Ну, кому-то понравится изделие и прошлого сезона и захочет приобрести что-то новенькое, да? Когда поймет, насколько это комфортно и хорошо. Тут же идут аксессуары у вас к коллекции. Шляпы тоже предлагаете или это для красоты вы повесили? Нет, шляпы мы подаем также. Шляпы очень у нас, допустим... Сумки? Да, силиконовую сумочку. Наши клиенты говорят, что ни у кого больше не встречали подобные модели. Очень популярно, с успехом мы их третий сезон производим и в разных цветах продаем. Это такая пляжная, да? Парео, туники. Парео, туники. Соответственно, вот есть такая очень интересная платье-трансформер. Парео, платье-трансформер. Тут несколько вариантов носки, по-моему, сколько? Ну, в общем, много вариантов носки. До 100 вариантов, да. Ну, тут разобраться в этом, конечно, это инструкция нужна. У нас есть инструкция, мы ссылаем ее в электронном виде. Вот, а цвет вот только это черный или... Синий, а, вот я вижу там, желтый. Да, желтый, в трех цветах. Таким вот красивым, когда делается перехват спереди, то вот такие вот... Это кольцо фиксирующее что-то там, да? Да, оно материал собирает вот здесь вот спереди. Вот, пожалуйста, у нас всегда аксессуары идут в тон купальникам. Гармоничные комплекты можно создавать, да? Да, потому что, как показывает практика, ручные покупатели готовы отдать за аксессуар такую же сумму, как и за купальник. Потому что в комплекте это смотрится очень красиво. Эффектно. Эффектно. И бегать, искать, подбирать что-то другое, ну, просто часто не хотят этого делать. Вот так. Понятно. Здесь вот правее что? Здесь у нас... В том числе мы предлагаем для наших клиентов вот
поддержку аксессуарной линии, поддержку купальникам аксессуарной линии, парео из шелка, 100% шелка, что очень востребовано, потому что это комфортный материал, он быстро сохнет и, в общем, на нем есть... красивые рисунки получаются. На нем, да, очень вот там тоже сумку это... вижу. Да. Это все из той же серии, да? Только материалы другие. Повторяет, сумочка идет. У нас тоже очень комплект. Хорошо, да, очень хорошо, аксессуарку тоже берут. Это тоже 17-й год все, да? Это все весна-лето 2017 года. Яркие приты, однотонные модели тоже, потому что есть покупатель исключительно на однотонные. Горошек там вижу. Горошек никогда не останется. Да, всегда в моде. Без внимания. Здесь не просто горошек, но еще и фактурная ткань. Да. Видно. Фактурная ткань, что очень, опять же, востребована именно в этом сезоне. Так, это вот мы прошли по категории купальников и аксессуаров. Да, совершенно верно. Так, такая сумка. О. Большая сумка, да. Вы знаете, причем мы и наши покупатели, и наши оптовые клиенты говорят о том, что розничные покупатели могут эти сумки чаще носить не только на пляж, но и в город. Ну, конечно, да. Функционал, соответственно, достаточно широкий. Так, переходим к корсетному белью. К корсетному белью. Здесь у нас представлена будущая коллекция осени 17-го года. Да. Мы собираем на нее сейчас предзаказы, приглашаем всех принять участие, поработать с нами и написать заказ. До какого числа у вас вот Мы принимаем до 31 марта. Но если кто-то припозднится, ничего страшного, можем и в том числе захватить апрель месяц. Без проблем. То есть, я забыл, я спрашивал, предоплата есть? Или... Предоплата есть. Да, предоплата есть, она минимальна. Это 10% от суммы предзаказа. И дается на внесение предоплаты, мы там тоже даем время, да? Это большой очень срок. Так. Что тут у нас, опять же, вы знаете, очень-очень многофункциональная коллекция у нас получилась. С одной стороны, у нас такой вот очень красивый, интересный фэшн. Вот, дорогая, красивая австрийская вышивка. Эту коллекцию мы позиционируем одновременно как свадебная серия. Вот такой вот очень красивый, насыщенный темно-синий цвет с вышивкой в чашке бандо. И тут, и формованный пушапчик, и формованное бандо. Незабываемый про женщин, опять же, с роскошными формами, с большой грудью. Для них мы приготовили спейсеры. Целую линейку спейсеров в разных цветах. Вот таким вот образом выглядит бежевый, белый и синий. Насыщенный дышащий, синий. Да, дышащий материал. Вот такие очень интересные трусики. Вот, то есть, и уровень цен посадка. От и до. Так, ну, комплект у нас получается в среднем будет стоить, наверное, если говорить про базовую цену, где-то 2-300. Комплект. Вот так, комплект. Но это базовая цена без условий. И вот на эти вещи, которые сверху или чуть дороже? Конечно же, да. Конечно же, фэшн всегда подороже. Особенно если используется... Да, такие австрийская вышивка, да, то есть очень красивое и дорогое полотно. Ну, это порядка 3000, это да? Это будет, да, это, ну, нет, я думаю, что даже где-то 2700 вот так вот будет стоить комплект, потому что вышивка дублируется на трусиках в том числе. Да, но если скидка за предзаказ, то да, будет еще дешевле. Да, обращаю внимание, что на предзаказ всегда, естественно, цена ниже, и в этом-то, собственно говоря, весь смысл предзаказа. Мы в поддержку предлагаем вот так линию домашней одежды. Такая вот сорочка. В цветах черный? Нет, она просто в черном. А, в черном. Но мы предлагаем шелк. Большое спасибо за аплодисменты. Я желаю, вот, цветной принтованный шелк и шелк однотонный. Просто однотонный. И вот такая очень красивая коллекция шелка. Мы ее называем «Райсенса». Изумрудная, длинная, однотонная сорочка. Это натуральный шелк? Это натуральный, 100% шелк. В каждом изделии, в каждом этикетке, естественно, идет дополнительная этикетка, где указано о том, что это натуральный
хорошо. И плюс мы дарим нашим покупателям красивые очень коробочки. А здесь их нет? Показать? Нет, их нету, но это такая красивая. То есть подарочные, красивые. Да, с логотипом золотистым маркером. Уж точно в 13. Здесь? Здесь у нас тоже фэшн и тоже базовые модели спейсеры. Если мы продолжаем разговор про спейсеры, то мы сделали программа лояльности и дополнительный сервис. Как продать больше своим клиентам? Новый бескостный спейсер мы предлагаем в следующем сезоне. Вот, очень хорошее лекало. Здесь инновационный материал, дышащий комфортно. Для женщин, для женщины с большой грудью это то, что нужно. До какого размера выпускается? До чашки F. F. До чашки F. И в объеме? В объеме до 90. 90 F. То есть спейсер, соответственно, на более небольшие баллы. Ноты, и спейсер на большую большой грудь, гладкий, что очень удобно под любое. Облегающий. Вот. И вот фэшн, тоже фэшн-коллекция, которая у нас идет в двух цветах, в таком вот интересном ягодном изумрудном цвете, в черном цвете, да, вишневом цвете. И, соответственно, вот тоже наш фэшн. Обязательно мы на каждое белье всегда добавляем наши фестончики. Это наш фирменный стиль. Прямо аметист. Фирменный знак, да. А еще лучше сапфиры. Не могу не сделать акцент специально на вот этой вот линейке. Мы предлагаем впервые вот такие вот интересные боди, которые легко подойдут под брюки, под юбку, в том числе под пиджак можно носить их. Немножко корректирует? Нет, слабая степень коррекции, нет? Ну нет, она не задумывается как коррекция. Тут суть в том, что оно вот немножечко добавили вот такой интриги за счет вот этих полупрозрачных. Ну и здесь формы такие сделаны. Да, полупрозрачных. Уровень цен вот на эти вот вещи, боди. Боди будет стоить порядка 1500. 1500 базовая цена.